Привет, мы доехали в Амед, это юг острова, точнее юго-восток, наверное. Очень симпатичный такой маленький городок приморский. Заехали к нашим друзьям, я просто небольшую совсем видео сейчас расскажу вам еще варианты проживания на Бали. Сейчас переключу камеру и расскажу. Вот как вариант можно на Бали жить. Вот в таких вот поселочках маленьких, это как бы коттеджные, несколько коттеджей. Ну, не знаю, до моря здесь, наверное, минут 15. Стоит вот такой домик, состоящий из одной большой спальни, типа студии, и с кондиционером, с водой, со всеми делами. Стоит 3,5 миллиона рупий. Пальмы. Море, правда, отсюда не видно, хотя не знаю, может с крыши видно дома. 3,5 миллиона рупий, это получается, наверное, в районе 250 долларов. Вот, очень симпатичное место. Горы здесь. Чудесные виды. Я так понимаю, что поселочек этот, ну, домики совсем свежие. Вот, ну, довольно прикольно, конечно, все это выглядит. Но мы больше любим приватную территорию, так что пока остаемся в Кандидасе, но посмотрим на будущее, может переедем в какое-то такое место. Будем еще на связи сегодня. Счастливо.